Антон Парваткин, 20 лет, родился в Саратове, студент, утверждает, что не боится камеры. Жизненное кредо – иду к успеху. Благодаря конкуренции изменилось мое отношение к подготовке и созданию журналистского материала. Во многом это заслуга жюри проекта, которая дает объективную оценку нашим работам. Ну а третьим заданием конкуренции стала программа «Гость студии», в которой участники выступили в роли ведущих. И единственной сложностью этого задания стало то, что 20-минутное интервью нужно было уменьшить до 5 минут, не растеряв при этом сути затронутой проблемы. Своими главными соперниками я считаю всех участников проекта, потому что они достойны и могут стать победителями. Узнайте, кто стал лучшим участником проекта «Конкуренция» на этой неделе. Смотрите по пятницам в 19:00 информационную программу «Новости 24 Саратов». Пам-пам-пам-пам-пам, тут видео идет. Проект «Конкуренция» смотрите по будням в 7 утра и 19 часов вечера. А полные версии работ наших участников вы можете увидеть в группах РЕН-ТВ Саратов во всех популярных социальных сетях.